Всем почули, добро пожаловать на мой канал парфюмерии. Сегодня у нас необычный обзор, и сегодня у нас речь пойдет не про парфюмерию. Хотела с вами рассмотреть люксовые сумочки, ну, за такую цену, я считаю, что уже G.V. Anderson, он уже идет по цене ближе, можно сказать, к Gucci. Ну, чуть-чуть подешевле. У нас сегодня на рассмотрение качества есть такая коньячная сумка. И я вообще-то хотела белую сумку. Она на картинке так красиво была изображена и сидела. Таких вот они в мешочках, пыльниках идут. Тут у нас цена, немаленькая цена. Я их рассмотрела и заказала, потому что применяя 50 уценок и прошла уже там 10-я скидка этих сумок, цена получается примерно 50% скидка. Ну, плюс-минус там, чуть меньше даже выходят эти сумки. И я подумала, в принципе, уже ценовая категория идет как у Фурлы, Кочинель. И поэтому думаю, ну, посмотрю, что это из себя представляет. В принципе, вот эти цепи мне нравятся. Я заказывала у них вот такие мюли. Но тоже я очень долго думала, померила. Они очень удобные. Конечно, цена завышенная, но они крутые. Такие классические с закрытым носом, потому что сейчас появились уже с открытым носом. Там что-то еще на платформе, то есть разные они выпускают модели, цвета, цепи уже, вот тут белая цепь, допустим, есть прозрачная, а здесь у нас цепь идет золотая. Эти сумочки я сейчас вам покажу и пойду отнесу на почту, потому что уже время пришло их возвращать. Ни одну я себе не оставлю, и давайте посмотрим, почему я не рассматриваю, даже с учетом там 60% скидка, я не рассматриваю эти сумки, и они меня очень разочаровали, как и в принципе мюли. К сожалению, тогда я не снимала видео, и я скажу, почему мюли я тоже отослала назад. Тоже меня очень удивило и разочаровало качество, хотя на фотографиях и у блогеров это смотрится вообще, конечно, шикарно. Ну, давайте начнем, наверное, с классики такой сумочки. Здесь такой вот значок. То есть, если вы будете заказывать на сайте и подумаете, что это подделка или что-то, знаете, что какие нюансы бывают. Здесь, в принципе, ремешок, он такой тонкий довольно. С трудом я тут отрегулировала совсем на самый длинный ремешок, потому что, ну, она была пристегнута повыше, она была пристегнута здесь, и на самом деле это, ну, прям совсем под грудь идет. На летней одежде сумка довольно высоко сидит. Ну, я понимаю, что такая мода, что идут такие на животе сумки сидят, но это уже как бы перебор. Тут настолько прям это тесно, что вот с таким самой максимальной длиной ремешка он еще нормально. Ну, давайте посмотрим внутри. Здесь на кнопочке. В принципе, вот эта вот коричневая сумка меня устраивает. Она, в принципе, неплохая, к ней претензий нет. Здесь такая замшевая подкладка в таком стиле, конечно же, и у Gucci у них часто такое бывает, ну и у многих люксовых брендов. Вот такая вот. Здесь один кармашек, здесь логотип. Почему-то думала, что это итальянский бренд. Вот такой я модный человек, что даже не знает, что G.V. Anderson это Испания, а не Италия. Ну, вот как бы все хорошо. И цепь хорошая.
И так вот он красиво сидит. Классическая цепь. Кстати, была удивлена, что эти цепи пластмассовые. Я думала почему-то, ну, они из тонкого металла. Ну, как-то глупо, наверное, было думать, что такие огромные цепи – это металл. Но это пластмасска, покрашенная под золото. Они очень легкие. За такие цены я ожидала получше качества. Ну, как бы вроде окей. Покажу вам, как сидит эта сумка на мне, как она вообще по длине. Она небольшая. Телефон помещается, ну, по ширине тоже она такая, вполне себе на дорогу или куда-то выйти очень компактно, неплохо смотрится, но я подумала, все-таки даже за эту цену не хочу я, и лучше я добавлю, может быть, что-то другое присмотрю, а так эту купишь, надо будет уже носить, ну, как-то так вот я передумала. Давайте перейдем к белой сумке. Вообще хотела белую, и она, конечно же, смотрится шикарно. Такие коньячные, коричневые у меня есть сумки, и как бы хочется того, чего нет. А белую я на лето очень хотела. Кожа, ну я скажу, что и там кожа, ну такая. Даже по ощущениям, а это вообще кожа? Ну, мне кажется, кожа за такие деньги, хотя Стелла Маккартни, она делает кожзам. По ощущениям, это как будто хороший дерматин. Эко-кожа, как сейчас говорят, но я помню, это называли дерматином, и это дерматин. Сейчас это красиво очень озвучивается. И на самом деле, ну, может, такая кожа, ну, наверное, где-то здесь указано. Но мне почему-то я была уверена, что это кожа, потому что мюли у них идут кожаные. Все то же самое, когда я распаковала, что меня привело в ужас. Сейчас давайте мы рассмотрим вот эти вот звенья. Я когда увидела клей желтый, я просто опешила. Я не знаю даже, ну, нет, на рынке, да, окей, китайские сумки на рынке, вы получите то же самое. Но сумку за такую сумму и вот с таким вот клеем меня повергло в шок. Я первую распаковала белую, потому что я хотела белую. И да, оно как бы вовнутрь идут, эти звенья. Но все равно, извините меня, вот этот вот желтый клей, настолько он тут вылазит, настолько его видно, ну, я просто отдурела, если честно. Да, эти деньги, это не предел, это не Шанель за 5000, но, извините, это несколько сотен евро, и вот такое себе позволить. Но это как бы одна беда. Другая беда вот с этими цепями. Кстати, я искала очень много обзоров и про мюли, и где-то пыталась прочитать, есть ли такая же проблема у кого-то, что вот эти звенья, они скрипят. Даже у сумки они скрипят. И это я не преувеличиваю, когда носите сумку, она вот так вот скрипит. И у мюлей была такая же проблема. Вы представляете, вот ты идешь в мюлях, и ты скрипишь, как поросенок, я не знаю. И это очень так слышно, и это очень так заметно, и это так раздражает. Полтысячи стоят мюли. Ну да, ты там купил со скидкой, окей, но это все равно, даже если 50% скидка, это огромные деньги. И ты идешь, и ты скрипишь. И люди, конечно, покупают эти мюли, раскупают. И на улице я видела у женщины, она носила такие мюли. И мне так хотелось подойти и спросить, извините, у вас они не скрипят? В коричневой сумке, в коньячной, они не скрипят. А вот в белой и в моих мюлях, которых я заказывала и все-таки отослала, несмотря на шикарную скидку, их назад, потому что я представила, что если я буду идти где-то в магазине, по улице и буду вот так скрипеть, и на меня будут смотреть люди, то мне будет стыдно, и за такие деньги это позорно. Реально. И он вряд ли пройдет.
То есть вот этот косяк у вот этих звеньев у Андерсена, это вот эта скрипучесть. И мне вопрос, все ли они скрипят? Если все, то почему люди их покупают? И у кого есть какой-то опыт, кто мерил, может быть, не все модели такие скрипучие. Ведь как можно купить, как можно ходить в такой обуви или сумку носить, если она скрипит? Хотя, опять же, задаваясь этим вопросом, вот эта вот цепь, она не скрипит. То есть ее носишь, она вот комфортно, она пробовала я, нет никакой скрипучести, все идеально. Это на длинную лямку. И при ходьбе, конечно же, это все равно скрипит. При любом движении, если вы залезете в сумочку или как-то ее повернете, вот такой вот скрип будет постоянно доноситься. Короткий ремешок я уже показывала, где-то вот так вот сидит. Ну, это на футболочку, а если зимой вы наденете на что-то, на кофточку или на пальто, то вообще это будет вот так, наверное, сидеть. Это сумка. Довольно-таки короткий ремешок. Еще бы одна опция длины была бы неплохо. Ну, наверное, на маленьких женщинах, у кого рост небольшой, наверное, это идеальная длина. Но вот тут как раз на косточке она сидит, как раз хорошо такая длина, удобно, идеально. Ну, можно было бы для разнообразия еще и подлиннее. С учетом, что оденешь какой-то оверсайз пуховик, что очень модно, чтобы тоже это сидело не только летом хорошо, но и в любое время года и, в принципе, на любой регион. Но я говорю, что эта сумка, в принципе, идеальная, но я хочу белую. Я такую вот, у меня такие вот наподобие есть разного бренда, и это будет очередная цветовая гамма, которая у меня уже есть. А вот беленькую я бы очень бы хотела. Но вот эта катастрофа просто нереальная. Так что знайте, что вот такие вот косяки у этого бренда. И это оригинал. Это все нормально с этой сумкой. Здесь нет никакого подвоха. Сумка новая, сумка неподдельная. И это уже не первый раз, когда у меня вот такое вот в этом бренде. Большое разочарование. На самом деле нравится, что попадают на большие скидки какие-то отдельные модели. И Мюли мне очень нравится, оригинально смотрится со всем вот этим. Но я не готова отдать такие деньги, чтобы вот так же позориться с этой сумкой. Это с учетом, что здесь еще клей. Пишите, у кого есть опыт с этим брендом, кто вот что-то себе покупал с такими цепями, потому что, ну, нигде в интернете про эту информацию нет. Никто не снял какие-то фейлы, какие-то косяки. Все говорили, как это прекрасно, как они счастливы и как эти мюли классно носятся и сидят, и люди безумно рады, что они купили себе наконец эти мюли. Могу поверить, потому что мне они тоже очень нравятся. Такие вполне себе ортопедические. И подошва там тоже у мюлей была, что буквально вы там на соринку наступите, и она уже продавливалась, и в ней появлялись такие дырочки. Это с учетом, что где-то ты там померил дома, и где-то что-то валялась какая-то соринка на полу, и подошва уже немножко была ужасная. А если выйдешь на улицу, и там какая-то щебенка, и вообще что будет с этой подошвой через пару раз носки, с учетом, что обувь безумно дорогая. Так что напишите, поделитесь, у кого есть опыт в носке, может быть, кто-то купил и разочаровался, или у кого-то все замечательно, и попалась удачная модель. Ну тут вот как попадешь, попадешь, скрипит, не попадешь, будет скрипеть, еще и клей будет торчать. Шок. Спасибо за внимание. Увидимся в других обзорах уже про парфюмы. Всем пока-пока.
When it hurts and I can't feel it. Now I know.